Когда я пробовался на главную роль, мы пробовали с Любой. Я тогда уже понял, когда Люба просто пришла, что все. Ну вот знаете, все, химия. Не нужно ничего объяснять. Вот слово за слово, бац, и все получается. А когда мы встретились уже на площадке в других ролях, я увидел рядом с ней ее тетрадку большую, где все записано. Просто каждая там реплика, разбор на другой стороне, описание персонажа. Я думаю, мой человек. Как хорошо, что ты никогда не спишь. Хорошо, что я вообще хороший. Идеальный друг.